Низкокалорийный, мы вот его назвали низкокалорийный торт такой, да. Я всем поделкам придумывала название. Вот это ваза с цветами у нас, конечно, да? У Ясінської бібліотеки назбиралося некілька десятків таких робіт. Автор-бібліотекар Оксана Дубініна і не зауважила, як народилася ціла вистава. Училась сама вот на этом цветочке. И пока сложно, пока руки привыкли, вот немножко их пока сложила, потом повернула. Ну вот как бы получилось. Думаю, ну, наверное, вроде бы ничего. Экспонаты майстрица імкнеться примерковать до тематичных выстав своей библиотечной установы. Вось побач с творами про каляды – елочка. А на стенде с литературой военной тематики – вось такая техника. Так пополам. Так, один завернули, второй завернули. Самые постоянные наведвальники библиотеки, школьники, просто не могли не зауважить гэтые творы и сами попросились научить их модульному оригами. Юные рукодельники имкнутся по прикладе майстра без кропли клею робить уласные оригинальные творы. Мне понравилось. А ты уже думал, какую работу хотел бы ты сделать? Ну, я бы хотел сделать вот такую черепашку. Она мне понравилась. Ну, это, наверное, сложно? Ну, не знаю. Ну, ты будешь стараться. Да, я буду стараться. Я здесь видел очень много работ, но мне более как-то запало в душу это вон тот танк. Все-таки я мальчик, мне это естественно. Он меня как-то затянул. Ты бы хотел сам сделать такой? Да, я уже пробовал, но не получается. Усё обовязково атрымается. На стварение папяровых экспонатов необходимо немало часу и терпливости. Например, для такого персонажа спотребилось 800 модулей и амаль месяц працы. Я вообще называла себя человеком не творческим, я работала вот даже больше хозяйственным человеком. Оно, наверное, может, атмосфера эта библиотечная действует, может, общение с людьми действует, с детьми. Ну, вот это вот как-то само собой выходит, и когда получается, очень радуешься, конечно, хочется передать это другим. Ну, я рада, что вот это как-то вот кому-то нравится. Такой корыстной занятости задоволенные и батьки, и наставники школы. Творчие поспехи радуют и библиотекара Оксану Дубинину. Тем более, что в учни после занятков оригами николи не забывают собрать и мастацкую литературу. Олеся Рыбалка, Александр Тарасов, новин региона.